Скоро мы увидим Литвина на BMW. Понятно, блядь. А, тебе, блядь, проплатила BMW, блядь. BMW. Как обычно. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Жень, ну что, я снимаю? Подожди. Сейчас. Надпись видно? Надпись в кадре? Ну да. Поехали. То есть это заведение, вон покажи, Лёв. Бинго-бум. И оно, по сути, оно так и есть. Оно людей оставляет в одних трусах, блин. Итак, ребят. Литвин сжёг свой Мерседес. Якобы у него выскакивает ошибка. 5 раз он не мог ее устранить. Литвин, ты на BMW не ездил. Литвин, смотри. У меня кругом беременные мужики на приборке. Беременные мужики, понимаешь, о чем я говорю? У меня масло, видишь, датчик масла не работает. Инактив. Не работает датчик масла, а она жрет масло. Понимаешь, Литвин? Давай. Покажи, Саша. Что-то как масло жрет. Дальше. Ошибки. Меню конченное, короче. 15. Что значит 15? Я не знаю, что это такое. Как мне переключить это? Что происходит? Вот. Приборка, ну ты посмотри, даже тут и то не работает, ничего, нифига не работает. Ни время, ничего, даже... Короче, пфу, еду прям, ищу ближайшее поле и сжигаю ее нафиг. Нашли, короче, местечко недалеко от дома. Из минусов. Только что прошел дождь. Вот. Он еще идет. И сейчас, да, он еще идет. Все мокрое. Мокрая земля, мокрая трава, мокрая машина. Я не знаю, как это все будет гореть. И будет ли вообще это гореть. Может быть, не получится сегодня. Так дорожка не дойдет просто до машины. Ну, по мокрому, да? Попробуем. Плюс у нас не такое, Жень, поле. Вот дома. Я думаю, что только ты начнешь поливать. Особо эти, как их, ретивые жители не проявили свою гражданскую ответственность и не позвонили в полицию. Ну, когда ты начнешь поливать бензин в машину, я думаю, что могут вызвать. Возможно. Поджигаем и бежим. Короче, если менты подъезжают, все выскакиваем из тачика, разбегаемся, все, погнали. Непонятно, под вопросом погоды и места. Я думаю, все получится. Оттуда поеду, отсюда. Ну, здесь тогда будешь. Лайк, подписка, колокольчик. Для вас делаю, ребята. Ни копейки судей не взяли. Просто так сделали. Сложили все сами, положили всему конец. На себя всю пустыню замер, в море фонтан брошенных монет. Ты колючая, как розы, но и красивая, как они. Тебя берут ранец и бросят эти душевные пацаны. Я потерял свой дар речи, молил Бога с тобой свести. Тебя удивить нечем, принцесса, ты снаружи, а внутри ложь, зло, ссоры, дождь, боль, штормы, бьет
забуду твою улыбку, и холод так шибко пойдет по душе, тебя повсюду искрится шибко, глазная живка, казались уже. Я тебе сказала, проверь, Жень, она на этой земле гореть не будет. Ну а как она должна была загореться? Что мы должны были сделать? Накапать на асфальт и на землю и проверить, загорится или нет. Ну вот, как я и предполагал, из-за погоды дорога эта не раз... Горит, горит, снимай! Дурной пример заразительный. Еще один известный блогер, Евгений Ермилов, недовольный качеством своего авто, сжег его в поле. Ранее этот безрассудный трюк совершил Михаил Литвин. С той лишь разницей, что жертвой Литвина стал Мерседес, а жертвой Ермилова конкурирующая марка немецкого автопрома BMW. Что это? Корпоративная война брендов или погоня за хайпом? Так, нам папа позвонил. Жень, я снимаю, как ты просил. Да, правильно, правильно, снимай, снимай весь разговор, вот и до. Ну что, что, объясни по-нормально, я ничего не поняла через адвоката. Объясняю. Хотели пришить уголовку, вот, но в итоге съехали на административку по хулиганке, там 203-я. Фу, часть какая-то, короче, но штраф там от 300 до 500 тысяч рублей. Ну и как бы вот трое суток я отсидел, еще 12 осталось. Ну тут по максимуму дали, но это же фу, в принципе, как бы так, так мне хотели 5 лет. 5 лет пришить за это. Жень, ты мне обещал, что будет все нормально. К черту твое это блогерство. Ты мне говорил, что все в порядке. В итоге чем закончилось? Что мне сыну сказать? Скажи, что папа скоро будет, не переживай. Тише, тише. Скоро выйду, все объясню, короче. Все не так плохо, не переживайте. Тут условия нормальные, среда нормальная, видишь. Дал позвонить, сказал, что еще даст потом позвонить. Так что не переживайте, я буду на связи. Ладно. Вот. Все, мы тебя ждем, мы тебя любим. Давай, давай, все. Сына, за меня поцелуй. Скоро буду дома. Хорошо, вот. Звони чаще, я тебя прошу, по возможности. Давай, хорошо, по возможности. Все, пока.